Певица опять сбежала. Алла Пугачева покинула Россию на частном самолете. Примадонна снова уехала из России вместе с детьми. Заметили автомобиль «Chevrolet Express», якобы принадлежавший артистке, заезжающий на территорию VIP-терминала Внуково-3. При этом концертный директор госпожи Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что об этом ей ничего не известно. По предварительным данным, артистка вместе с детьми улетела в Израиль из московского аэропорта Внуково. Когда певица вернется в страну, неизвестно. Обратного билета у Пугачевой нет. О том, что артистка вернулась в страну после отъезда в марте, стало известно 27 августа. Еще в выходные 73-летняя исполнительница отдыхала в кругу Игоря Крутого, Игоря Николаева и о поездке не говорила ни слова. Хотя поклонники звезды не удивлены ее решением. Ведь недавно Алла Борисовна выступила с громким заявлением. 18 сентября Алла Пугачева призвала Минюст объявить ее иностранным агентом. Двумя днями ранее ведомство присвоило данный статус шоумену Максиму Галкину, супругу госпожи Пугачевой. Она также раскритиковала политику действующего российского руководства и назвала цели ввода войск на Украину иллюзорными. 27 сентября скончался Борис Моисеев. Публика рассчитывала, что Пугачева будет присутствовать на похоронах коллеги, с которым дружила много лет. Однако Примадонна помогла лишь с организацией траурного мероприятия. Против Аллы Борисовны ополчились многие публичные персоны. Например, Маргарита Симонян, Яна Поплавская, Михаил Шахназаров, Владимир Соловьев то и дело критикуют действия артистки. Последний и вовсе попросил Пугачеву не возвращаться на родину. На этом все. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.